комиссия посвящена образованию, посвящена профессиональной подготовке кадров, посвящена тем вопросам, которые необходимо расширить, посмотреть и предложить. А что можно сделать еще для того, чтобы наше образование было не просто высококлассным, чтобы наши молодые ребята, наши молодые девушки не просто хорошо обучались в комфортных условиях, а чтобы они оставались в нашем регионе. В каждом уголке, в самом отдаленном пункте, населенном Вологодской области, будут обсуждать образ будущего Вологодчины и формировать образ мечты.